Я бы тебе потом поприседал бы, да. Сейчас окно закрой, подойду. Хули ты там легко, блядь, накрутил нахуй на мобах, нахуй. Сидит, радуется, ебать. А я могу еще сказать, или от раз оплачивать? Поиск полтача. И что, сова, блядь? И что, нахуй? Нет, на слепце нам тоже сказали, что это нужен бы. Кого снижит топи, да, нахуй. Да. Ну тут чепушила подходит, сейчас агрить будем. Подбегайте сюда быстрее, в кишке там. Всё, решайте с хапалами, что делать. Вот этого моба ближнего сейчас будем чистить. Слабо. Че, заводим сюда. Как же он их ноет. Разбегаемся на рейндж. Параша. Там Юля отошла. Диспелим, блядь, себя диспелим. Самое главное на рейндж сначала разбегитесь. Потом же очищение работы. Блядь, где танки? Ну, я же сказал, один Лингрен, блядь, сейчас. Лингрен, вот он. Куда ты ведешь его обратно, нахуй? Я говорю, ну вглубь веди, что вы делаете? Че, себя хилим, ебаный, хули вы стоите? Сейчас еще параша будет. Кинется болезнь, надо будет раньше слышать. Куда тело покидаем? Ну зачем? Болезнь, блядь, милики, нахуй. Разбегитесь. Я здесь спойлил там. Разбежаться все равно надо, потому что рядом кто-то может быть с болезнью. Может, моба добьем? О, блядь, хорошо, нет, ничего. Резаемся сначала и жеребу стану. Моба стоит. Пардон, ты меняйте там в пати пятый. Не выкидывайте варточки, я хочу на слепца зайти. А хилить кто заходить будет? Ты чё там, слепца не прохилите? Вы вообще хотели в соляру хилить в 3 хила. Без ДЦ. Как там без ДЦ, с ДЦ, блин? Нет. Ну соляра там хуйня, там. Ну это соляра, ну ты чё? Там соляра, точечный хуйня, нужен хил. Кто мне там расскажет? Блин? А я на слепце, блядь, дотки вешаются, нахуй. Там другая совсем механика. На соляре у всех хилов. Так, а кто будет этот? Кто сможет зайти на хп? Мурлокос, ты сможешь зайти на хапала похилить? Или у тебя КД? Ансики. На ЗС. Ну, он же говорил, что может зайти, типа вроде никогда. Он отошел. Сейчас он вам не ответит. Сейчас пойдет в ходе. Пока он ебанем. Так а ты что, не пользуетесь, Слава, на карасе? Лавандир, все дела. Он меня забутал, что ли, или что? Да. Я игнорит, походу. Ну, чё, один я должен быть сучкой на побегушках, блядь. Туда зашел, сюда зашел, это затанчил, это зашел. У нас два вламира есть. Нахал, куда ты пришел? Нахал. И оба простаивают. Да, стоят не по-детски. Как будто я скушал коробку. Ну чё, вот бьем, ёбаный, хули вы стоите, вот. Бляем. Там уже чунгу сейчас приведут. Ну тут два моба, блядь. И вторых еще там два моба за колонной. И там дальше выходим сбоку. Вот этих двух и еще там дальше два. Алло.
Мне зайти на хапала. Да, да, заходи. Там ты Юлю, по-моему, уже хилил в прошлый раз. Да. Но мне потом надо будет уйти после каратеса. Да, это мы еще для ластовой будет что-то. Еще и слепец. Слепца не убьем, что ли? Еще и слепец будет. Вот этих двух убьем и пойдем здесь за колонной моба. Выходите, кто-то с танков сейчас большого. А, блядь, сейчас к мобам подходит. С какого-то большого, ну, вот этого давай. И пока бей его, сейчас мы этих двух добьем. А он я там нормальный с паразитом. Я согласен, Сетасом на фузе кровавый. В натуре, если мы чуть-чуть задержимся... У нас на этом КД... Нам бы в идеале сегодня все закрыть. Когда ты? Да, сегодня да, какое да, число? Да похуй, я думаю... Тебя вообще, тебя вообще не будет на понедельник. Да. Ты напомни, тебя не будет вообще? То есть, или ты на сколько там, на час, может, поподробнее? Нет, Слава, меня вообще не будет. Вообще, три дня, да? Да. Ничего. Не знаю, мы вашу потравим, там время свободное есть. Да, правите. Так что это самое. Ну на следующем КД я уже все сделал. Там все подрассчитано. Уже выходим. Для бичи нахуй. Ридары, блять. Ебать, пиздец, 30 метров не соблюсти от босса, а да? Почему хилы-то упали, ну? Они да потому что они в мелизоне стоят там, нахуй, торгуют, блять. Ну, тогда мне кажется, надо одного Аршама менять, или в 6 кило бы. Ой, бля, ща порешаем, нахуй. Я рыбу ебанул там. Ну, я жру, типа, сижу, хуй знает. И Гоша не встал, блять, что Макс, побежали. Подожди, там, блять, 5 человек упало. Ну хоть бы дали время им. Я не упал. Ты пока лети в инст. Так, как мы тебя сделаем? Надо, чтобы эти были с этими, а это с этим. Сколько мы хилов били? В 6 или в 7? В 7. 6, по-моему. 7. Ну, самое заебись будет эрдрушника спекнуть. Мы всегда спекали. Два эрдру, два хпа, удар шама и ДЦ. Не надо уёбка агрить. Мэтт Фокс вроде еще спекнет. Добьем или и резним людей, блять. Смотрите, если отравленные будут, блядь. Готовьтесь рейндж набирать. С парашей, нахуй, рейндж набираем. Сука, а почему нельзя резнуть людей? Нахуя так быстро пулите? Рейндж набираем. Гоша, сука, ну диспел себя, ебаный твой рот. Пиздец, теперь полгода добивать это говно ебаное. А почему еще вот вы туда увели, ну внутрь, ну? Он сам чаржился на юге. Умрите нахуй, вот кто живые, на мне диван, умрите, блядь, подойдите и сдохните, блядь. Быстрее только сдохните, подойдите к мобу ебаному и сдохните. Вы все, падайте быстрее, я сейчас резни. Блядь, бидон АФК нахуй, где он там стоит АФК? В ебаном туннеле, блядь. Пасифея, Равиз где? В диване? Нет, не в диване. Че, сэвэйдились? Скоро поймем, на своем опыте. Пиздец. Да, сука. Да. Все выделись. Пуль типа осторожней, трэш. Не надо, надо смотрите, блядь, ДЦшник. Да меня не достало. Резаем так. Сейчас достанет все. Вставайте резче. Сука, вай, пацан, трэш, это пиздец, такая ебатория, блядь. Встаем. Юля. Вставай и отходи. Рыба. Хаваем. Юля. Херсори, вставай. Ну вставайте, блядь, чё вы? Где мордаунт? Алло, блядь. АФК что ли объявляли? Ничего не понимаю, блядь.
Подходи, рыбу, я что ты там стоишь? Стелси, ты тут? Чё за ФК, блядь, я не понимаю. Ешьте рыбу. Маны нет, нихуя, пулять пора, блядь. Стелси что-нибудь писала? Вот она тут уже. Бидон, блядь. Бидон. Юля вылетел. Ну и что, Лере, у вас лохает. Два протопала есть, сидите, пуляйте уже. Вот давай вот этого бьем, блядь. Там двое. Двое, хуёво, нахуй, тогда отходим. Давай двоих запить. Давай двоих, нахуй, давай. Один одного, другой другого. Какой-то из них болезненный, блядь. Смотрите, болезнь сейчас появится. Вот болезнь, нахуй, разбежали, рейнж, нахуй, словили. Бичи, блядь, евреи, нахуй. Не словить никак раньше. Черепок сначала. Лёху прохилить и меня. Я не знаю, нахуй, вообще. Как, чё, блядь. Если... Вы чё там, блядь, АФКшите или чё? Вы внизу стоите, блядь, не хилитесь. Так вам надо уйти туда, встать к ним, блядь, и хилить. Внизу стоим, нахуй. Поднимите мы его, блядь. Пиздец, ебатория, блядь. По-моему, черепок заразный, да? Или другой? Хуй различишь их, нахуй. Черепок убьем, еще готовьтесь, там либо лужи, может быть, либо мелкие, блядь. На нем, на черепке, походу, эти паразиты. Ну и заебись. Хилим себя, хилим себя, Равис. Блять, Равис, чё, не похилить себя, что ли? Я не понимаю, ты вот встал отдельно, чё себя не покастануть, блять? Ёбаное покровительство. Пиздец, вы играете, конечно, я хуею. У меня 0,3 кадра в секунду. Я из формы выйти не смог. Извиняюсь. Это было агрессивно. Нет, у меня голос охрип, просто извиняюсь. Ну чё, простудился, что ли? Не извиняюсь. У меня голос, блядь, хрипнет, когда кашель, нахуй, это ангина ебаная. Ну или когда долго, блядь, сильно пиздишь. Раз хрип, а хрип? Вот, в служи выходим, блядь. И не пулим ничего, блядь. Сначала резаем людей, блядь. 10 человек вредит же мертвые, нахуй. Хуя себе лужа какая. Жесткая. Калюжа, да, какая, блядь? Резаемся. Все, ну так, на секундочку. Че это такое? Диспел. Протопал, кинул тарелку и диспел, я понял. Все, вставай. Мы почти смогли, ебать. Трэш убить, нахуй. Пиздец. Рыба стоит, хаваем. Опа, бой. Давайте, никакого АФК. Юля релог, да? Ну, верно. Пошли. Долго нет. Пачку ебанем. Мак пустоты в первую очередь. Ну и потом после этой пачки толстого зацепим как-нибудь, если он сюда пойдет. Сейчас у нас заходит уже, когда бежит. Все, давай толстый возвращайся, его щелкнем. Ну этого пидора патрульного тоже. Толстый подходит, смотрите, он там еще хуй пьет, волноту пойдет. Волноту? Ну, блядь. Может быть болезненный, смотрите, блядь. На болезни. Вылечим, да. Не, нормально, это какое-то споровое землетрясение, это что-то другое. Ну, блядь, хинуть, конечно, было неплохо. Не успел, блядь. А что, устали или что так? Кто? Не знаю, ну что-то. 4 ну, часа, блядь, все устают, нахуй. О, параша болезненная, рейндж, нахуй. Диспел, диспел, диспел. Дамаг, дамаг и хил.
Диспел. Диспел. Диспел, диспел. Там уже все с диспелили, алло. Как и хил. Ну это я вспоминаю ролик, блядь. Че, не видел, что ли? Хилимся, живем. Ну. В ванне держи эту суку, в ванне держи, родной. Хилимся, пожрем. Времена быка, блядь. Все, хуеплетов в это в углу хуярим. У деда сегодня еще тяжелый рейд. Какой тяжелый, нахуй? Это одно развлечение, нахуй. Мало того, боже, давно я должен все забрать. Щитоносец сзади с коридора идет. Он чарж сейчас делает. Ловите нахуй туда. Он уже сделал чарж. Уже похуй. Так, а там еще патрули есть в коридоре там, да? Баная, блядь, хуйня. Да, идет какой-то пес. Сейчас его ебанем тоже. Он щитоносит еще один. Ну и пачку еще агрить следующий. Все, хуярим. На кубик, кубик нажимайте. Тоже нажимаю, вдруг выиграю. А чё Урги ушел? Ему штаны надо было, блядь, отсюда. Голова, говорит, болит. Тебе ж сказал, блядь, ёб твою мать. Да, ноги забирают, ловись. А не Мэтт Фокс? Ну что, поэтому ушел, блядь? Нет. Нет, навряд ли. Этот самый... Заболел, видимо. У него голова заболела из-за рейда просто. Да. Много входим. Инсика, нахуй, помнишь, что тут делать? Хилишь Юлю, она вот тут везде стоит. Да, я помню, с кружка там. Потом хилить там Лингрен. Да. Хэпал, который о, этот самый. Войт выиграл, мол. Да? Нихуя. Да. О, ебать. У меня такого не было, блин. Есть. Рот. Хорош. Первый раз в жизни, блин. Этот самый, значит. Кто там, блядь? Ромбик. Энх, нахуй. В череп босс, нахуй. Потом, короче, смотри, Эволовия, значит, смотри, вот тут вот есть квадрат, мы его убиваем первым, это хант ебаный. По команде там, если что, если пиявка скажет, что он тебе бабло завяжет, чтобы она тебе ману не съела, она висит 10 секунд, 50 тысяч маны забирает за 10 секунд, каждую секунду по 5 тысяч. Вот, Энх это ромбик, звезду уводит. Тебя не интересует. Тебя интересует, вот, тебя интересует босс. Тебя интересует ромбик. Смотри, значит, ромбик. Ромбик и квадрат танчат вместе холидринг. Когда квадрат умрет, он уведет ромбик в ромбик. Вот. Череп танчит лингрен. И ты держишь частицу. Частицу на лингрене. Вот. Держишь частицу на лингрене. Когда упадет квадрат, местами поменяется ромбик с черепом. Череп уйдет в этот, да, этот, то есть, блять, кто там нахуй, ромбик, и ромбик, короче, хулидринг уйдет с ним в ромбик, блять, ты дашь частицу на него, блять, вот, потом череп из ромбика вернется в череп, встанет нахуй, там это лингрен, вот, и на него уже частицу даст инсика, вот. Еще раз повторите, если не понял. Не этот. Отмена за сопротами. Еще понял слово? Смотри, Эволовия, еще раз. Значит, с пула убивается первый квадрат. Квадрат и ромбик держит холидринг. Вот. Их там хилы захилят. Ты частицу свою держишь с пула на лингрене. Вот. Сика держит на Юле. Она здесь стоит. Ты частицу держишь на лингрене. Лингрен берет только череп босса. Отводит его в ромбик. Когда умирает квадрат. Холидринг с ромбиком идет в ромбик.
А Лингрен из ромбика с черепом идет, встает в череп. Ты частицу вешаешь на Холидринка, который с ромбиком идет. На Холидринка, не забудь, перевешиваешь с Лингрена на Холидринка. А на Лингрена Инсика с Юли перевешивает частицу, блядь, и стоит в кружке, хилит его, блядь. Вот, Инсика, тебе важно захилить. Частица у тебя на Лингрене висит, ты хилишь себя, хилишь Эволуя, чтобы он от тотема не сдох. А Эволуя через себя хилишь, частица у тебя на Холидринке перевешивается, блядь. Который держит в ромбике, ромбик, нахуй. Все остальные, блядь. Все остальные. Значит, Мэтфокс в хила. Вот. Стелси, бидон тут, подходи, бидон, блядь. Сапроты все пьем. Сапроты есть у вас там или дать? Ну, у меня 4 еще. Водикон у тебя есть? Не, нет. Так, на тебе водикон. Новая порция. Вот у Холидринка там возьмете, у него 4, и у водикона еще берите. Поставьте дживс, у кого есть дживс есть. Дживс, кстати, чините. Стоит вот оно этой. А, все, видно. Угу. Так, бидон, подходи сюда, ты где? Бидон, ты где там? А. Вот, основные моменты, значит... По команде, что пиявка, допустим, ловит пиявка, ты смотришь, ну там дебаф, не знаю, пока не отслеживаешь, пока не можешь, значит, нажимаешь бабл, вот, чтобы тебе ману не съела. Но дальше там уже будем думать. Инсика тоже внимательно. Второй раз, смотри, если на тебя кидается пиявка, ждешь, когда спадет дебаф, там 10 секунд, и банку на ману пьешь. Есть банки? Бидон на рейде, 2 Ршама, 2 Эрдру и ДЦшник. Это вот когда мы квадрат убьем и пойдем в звезду бабу бить, мы вот все 5 человек на рейде, и 2 хапала здесь остаются. Ну, по хапалам тоже смотрите, подрабатывайте, чтобы какой-то ходка на них висела, чем щиток там. Касательно нюанса здесь, смотри, этот самый... блять, Эволовия, смотри, вот на меня на сову смотри. Когда будет в ромбике шаман стоять, он тотем по пути будет переставлять. Тотем этот бьет, и ты себя захилишь, что тотем, он, ну как, не шотнет тебя. Вот, и потом он там его поводит в ромбике, он там, возможно, переставит тотем рядом с ним. Рейндж тотема 40 метров. Ты постарайся вот тут вот как-то вот так вот отойти, чтобы ты и визуально видел, ну, может, ромбик сейчас вот как-то вот так вот, чтобы он подвел его как-то вот, чтобы у тебя линия была прямая, что ты танка хилишь, что себя хилишь и до танка достаешь, и тотем до тебя не достаешь. Что вот если там где-то в ромбике тотем будет, он тебя бить не будет, соответственно, вот. И тут тебя еще кружок поддерживает, то есть стоит. Вот. За стенкой, все там бьет за стенкой. Тебе рейнджа главное 40 метров. Ну там, если не будет рейнджа, все равно он захиливается, то есть не страшно. Все, давайте, что там. Главное не урони просто танка и все. Проверяем сопрот и пьем масло, мажем всю хуйню. Вот у меня 2 минуты масла. Редко было? Да. Триста баф. Леха, и по Вилаше, да, и прото. Рыбу еще раз ставлю, вот рыба. Хаваем. Сопрот и пьем, масло мажем заново. Блять, около баночки на ману есть? Пару штучек. Давай, иди. Обмен. С БРами, со вставалками, все осторожно, если встаете, говорите, чтобы Гоша вам щиток дал. Да, может, не говорить, а так дал. Нихуя, я охуел, я первый раз тут с собой. И последний. На натуре, да, блядь. Согласен. Этот самый, это... проверка и, блядь, уже. Еще хапал вихри будут летать, потом баба не умрет. Смотри аккуратно. Точно, точно. Ты, Инсика, там стоишь, говори, это вихри летят, чтобы... Спулили. Все, разводим, мама. Арян. Разводим. Череп, нахуй. Ну что там, блядь, 10 тарелок опять? Да унти, нахуй, тоже с него массовым, блядь, чтобы он там позаебывался. Череп, быстрее, ну он звезду будет кастовать, сейчас разъебет весь рейд. Блядь. Звезда, нахуй, отойдите. Ветерок, смотрите, РДД повернулись, смотрим. От ветерка отходим, заранее отходим, блять. Он летит, блять, видно как. Стан какой-то, блять. Не-не-не.
Да, он мне ману пидоржох, я не мог ничего прожить. Ничего, порезается. Бьем быстрее. Дрейд инвалид, пиявка. Ну, когда кончится, там уже... Иннер сам себе задерживает инвалид. Валов, бабл нажми, бабл. Бабл быстрее, валов, бабл, вызов валов. Молодец, хотя бы половину сохрани. Пасифея, пиявка. Ну ты не страшно. Ветерок, ветерок. Ветерок, повернулись, смотрим, РДД на нас летит. Отошли заранее. Сделался пиявка. Зломаныч, пока не вставай. Когда добьем, будешь вставать. А что за хуйня, как это я так умер? Никак, забей. А там ебну. Трезубец, скорее всего. Этот сдохнет, долбоёб. Стелси, ставь тотем. Вот сейчас. Захильте, встал. Пускай порезает ее тотем. Бидоновский уже с этим будем юзать. Меняемся бабами, меняемся местами. Рудрин у нас сакру на рейд. Бежим. Забавно, да, было, каску пили, заломали. Все друиды сейчас, когда бежим к бабе, дубовку прожали. Геру фулл ДПС. Призан вставалку, щиток призану. ДДшники, кстати, пожалуйста, поплотнее, чтобы я смог захитчиться. Друид инвалид дал тебе иннер, хуярь, как ты можешь. Пас, сбивайте, не забивайте. А, и ветерки, смотрите, РДД, отходите. На бабе немножко право-лево флексите. Верим. Они в хпала полетели, ветра аккуратно там. Ну, они увидят. Верим бабу. Хилим хорошенько, прям, блять, максимум. Хпал-то где, блять? Умер. А, вы погиб. Пиздец, я сдох. Падаем. Падаем, хули. На кого-нибудь мочу нажмите сразу. Эволови, я тебе объяснил, почему ты тут стоишь. Я тебе объяснил, блядь. Не, ну тут тотемы... Да, скорее всего, ветер цепанул. Тотемы, ну я не знаю, тотемы не переставились. Синсика, ты его хилил, блядь? Почему он сдох? Сейчас я посмотрю, нахуй. Эволуна я не хилил. Вообще он ты его должен, сука, хилить нахуй. Я тебе объяснял. Я его не видел. Чё мне? Не ты стоишь в кружке. Ты стоишь в кружке. Ты его труп видишь? Он не стоял в кружке. Он стоял дальше у колонны. Ну вот, нахуй. Вот, блядь, это и проблема. Я сейчас побежал, блядь, я стоял в кружке. Ты стоял у колонны. Молния от босса и два тотема, блядь. Когда я привел босса в череп, тебя не было в кружке. Сейчас я ему еще метку поставлю, где ему стоять. Сука, у вас должна быть видимость прямая, нахуй. Два хапала между собой. Что там, есть срез? Масрез, давай, блядь. А, я... Ёбаный в рот, вы что там дрочите, блядь? Ну, да, даже если так, что ты мне скажешь на это? Ты дебил или где? Даже если так, что ты мне это скажешь? Да это прискорбно. Да хуй с ним с ветром, он не шотует ветер этот. Просто инсика нахуй, смотри, вот, блядь. Вот, давай. Сейчас, короче, тихо, нахуй. Похую на эти щиты этот. Вот встань сюда, нахуй. Вот сюда встань. Теперь, этот. Дай на меня частицу, Эвелов. Так, вот рыбу жрите пока. Теперь, сейчас я раньше метр. Стой там везде, в треугольнике. Так. Так, ты на меня дал. Так, сколько там на тебя метров, блядь? Где у меня метр? Так, 45-60. Вот. Ну, он тебя не достает. Не достает. Так. Это ты встал, достаешь. Встань так, чтобы доставал до меня. Вот, теперь достает по мне эта хуйня. Вот, останься теперь на месте, не двигайся. Сейчас я переставлю метку для тебя. Это вот так ты стоишь, да? С этой хуйни, если он тотем переставит, он, блядь, не будет. Вот. А инсики, получается, нужно... Да тут прямая видимость у вас. Вот видишь, нахуй, где он стоит. И ты его должен хилить, нахуй. Понятно, блядь? Чтобы он никак не сдох, нахуй. В себя, в него, блядь. Вот вся твоя тактика, блядь. От ветров просто в сторонку чуть отбежал, да и все. Да даже если у тебя 4Т4 есть, на ветрах тебя подкинуло, просто прожал шоки именно на ветер. И прям в воздухе, нахуй, хуяришь шоки. Это пиявка. Первую пиявку ты и выйдешь бабу.
первую. Второй раз, если на тебя кидается, ты пьешь банку, понял? Тебе, чтобы не путаться, блядь, тебе надо, во-первых, вуду поставить, и во-вторых, есть такая эта хуйня, вуду, нахуй, там вводишь дебаф, вот у меня на видео потом посмотришь, блядь, дебаф свое, нахуй, и бросок там пишешь пиявки. Эту хуйню, блядь, бросок пиявки, нахуй, вот. У меня в вуду отображается эта хуйня. Вот ты когда себе это добавишь, у тебя станет все как на ладони, блядь, ты будешь видеть все. Мардаун, вот, пиявки, ты лаш. А то, что ты не видишь, у тебя диском... Не, ну если Иля. Видно, блядь, заебись. Ну, давайте кушать рыбу быстрее, сейчас мы ебанём. Ой, готово. Я ем рыбу. Слепца ебанём, с 20 минут маны нет. Я ем рыбу, я ем карася, я ем селёдку, я ем езя, телефонс. Отчёт, пожалуйста. Поешь холедрин, блядь, пиявка будет. Просто пул на шару. Давай, чё. Из пул вообще залупа какая-то была, нахуй вы будете, блядь. Кукмастер. Лёха, там не торопись, он плов кинет свой ёбаный, потом ты... Все готовы, даю отчёт. 5, 4, 3, припод пьём. 2, 1. Ваша, можно поиск? А я чё сделал? А, дринки можно, всё, всё. Ну, холдринка. На рависте. Ветра идут, смотрим. Вихрь идет, синенький такой. В мели. Холдринки. На мне. Пидораса. В РДД идет, отходим. Ветер. Немножко переместились. На войде. Я. Это вихрь бессмертный, все исчез. На врее. Слышь, на ману выпить. Бидон пиявка. На бидоне. Ветер летит. А вот если я, короче, до вилаши достаю, а если вилов, хилю не достаю. Вадикон инеро в бидон. Сейчас тебе не надо, блять. Это когда, блять, ты перевешиваешь, сука, тебе надо его хилить. Ветер РЖД отходим. Холедринка не проебись. Три ляма добиваем. Опять на врейпе. Мэтт Фокс по бидону, Иннер. Ревнос. Керус по Эволу, Иннер. Давай, массакру, побежали, меняйтесь местами. Совы все дубовку быстро прожали. К бабе подбегаем. Фул захил, Гера. Лежи пока. Он косты сбивает, ему нельзя лежать. Массакруем Сика. Да? Ёбаный в рот. Ресую Залманыча быстро сейчас. Щиток ему, быстро щиток. Давай. Лапку каста приставал, дали. Даем всю хуйню. Да ёбаный ветер. Ничего, отбегайте, добьем нормально. Блять, вы хилить будете? Спокойствие. Хилишь его, Инсика? Вадикон. Ой, по Инсике Иннер. Друид инвалид по бидо. Проебываю исповедь постоянно. Ты давай щитуй лучше. Не исповедь. Дубовку по откату, дубовку в ножах. Провис по откату, Иннер в бидо. Все пошли налево там. Это. Ну и Воловия сухой нахуй. Равист есть Иннер у тебя? У кого Иннер есть? Равист и Воволова, быстро. Иди беги туда, Иннер ему дай.
Ярим. Дом, кстати, темп свой. Сильно близко, РДД не подходите, нахуй в говне все встанете. Чё там у вас? Дарт, 10. Бьём. На ХП гимн, ебани там. О, сигнализация там, ебаный урод. У меня нахуй. Пидор какой-то, блин, на улице. Чё, девятку твою украли? Убили. Все. Веди сюда, Шарка, это, Волуниса, веди. Дартиса, значит, кто там? Мэтфокс ресый. Нихуя, ребят. Все, тотем захиливается, все, уже хуйня осталась. Дартису щиток, и хуярим. Щиток быстрее. Все, хуярим. Вадикон по откату Вавалова. Войт, Керус по откату Энсику. Мэтфокс по откату, давай Вавалова. Все, сейчас хуйня. Все заебись, блядь, все заебись. 5 минут нахуй. Вадикон и Инер Вавалов. Мэтт Фокс, Венси. Керус, Вавалов. Керус. Да там уже, блядь, так проживут, нахуй. Бидон, он будет сухой всегда, блядь. Слава, у тебя откатится в бидона. Ну, а как-то сильнее бейте его, веселее, я хуй знаю. Босса спускать уже пора, наверное. Да, Лёха, оставь центр. Уйдите это, с центра. А Юля Т4? В Т4, что ли? Так, у меня 5 секунд, и потом удрит инвалид еще есть. Удрит он не себе, просто заливай, да и все. Инсика там уже... Помните, да? Все, босс. Юля, это... И звезда через 13 показывает, но вы смотрите лучше нахуй. Просто так не запускали, зачем? Хэпала с руки нельзя бить. Отошли уже, милики, отошли, потому что там может быть заморозка. Отойдите лучше, постойте, посмотрите тайминги. Вот видите заморозка нахуй. И звезда сейчас следом будет, смотри нахуй. Вот звезда нахуй. Все, нормально, бейте. Ну и все, это все ПКД будет. Она из бетона забивает. 3.5 минуты, да. Быстро прохиливаем просадки. Тотем в 3 цели стреляет. Быстро прохиливаем 3 цели. Инра, там у кого откатились? Раскидайте. Ни у кого щек. Ни у кого щек. Массакрой, Волов. Что-то там КД скинул. Да, ну такой затратный босс активный. Ну чё, Мордан, сухой что ли? Нормально все. Эта хуйня все равно не спасет щиток. Только если челик под незыбкой, это панцирем, еще может быть. Вадикон подкатывает инсику. У инсики 3 столба. Лучше бидону или стелс? Давай в бидону. Да. Да, он резнул просто себе лоу. Мэтт Фокс. Стелфи давай. А может в себе дам? На Фокс хил, кстати, пускай себе дают. А, ну себе да, залезть. Там у друидов. Уже 2 раза прозадавался. Ну да, давай себе рис. А где твой спецчар? Да, в натуре где спецчар? Они в пати с Соломер, да? На... Вот у нас хилы просаживаются, помоги. Опа, шамана, тотем, поставьте по откату, пожалуйста. Можно, пожалуйста, мне пиздать? Между прочим, поток чарш, знаешь, 15 тысяч ман дал.
Это ему бетон остался. Заебал он меня опрокидывать уже нахуй. Не, ну вообще неплохо, блядь, даже видеть не один номер. На ханта есть. Вот четвертый сектант. Ебать, сюда нахуй, и сектантик, и штанишки, сюда нахуй. Кто там радуется, Хаси? Дай там бутеру. Это пасифея четвертый кусок. Это подождите, это шамановский палок. Пасифея четвертый? Да. Ладно, всего хорошего. Типца и мать. Да, очень сильно. Так, сколько мы боссов? Два обычных и этого 200 получается сейчас. Кто уходит сейчас? Вот этот Волов и Мурлокоз, да? Ты, короче, раздавай тогда эту хуйню, я ей поем накину. Так, кто Мурлокоз? Уходит. У тебя Нсика связан, нет? Он ушел уже. И Волов. Не отображается вроде. На ДК кто забирает? Пасифея 4, да? Пасифея, да. Блин, а уступите сектант, пожалуйста, Мэтт Фокс. Если тебе прям, ну, не надо. Мне было бы прям забиться. Так, Волф Мурлоко сдал. А кто там? Чё, Мэтт Фокс? Кому сектант там, кто будет забирать? Ну, Заломаноч хочет. Но там Мэтт Фокс, Врей идут перед этим. Да. Мужики, уступите сектант по-братски. Тебе надо было по-другому родить сначала. Ну, сначала Штокена, видишь, раскидали они сектант. Так Штокена здесь один хуйню он лутает. А, Мэтт Фокс. Ты ему ГП уже за Штокена ебал? Он же мне ГП въебал, да. Я ж поэтому... Мэтт Фокс. Да, шо, можешь дать. Ты уступаешь или берешь? Да, давай ему. Тиму давай. А еврей. Еврей. Тёма, еврей. Да, давай, счастливо. Давай, Слава, давай. Ты уступаешь за Ломаныч? Запускай берет, конечно, нахуй. Чё, меня блядь, пристрелит, нахуй. Хе-хе-хе. Будет провланир пиздеть, я ему, блядь, весь шмот его заберу себе, нахуй. На шамана в рейд заведу, нахуй, буду одевать, нахуй. ВХ, блядь. Пошли бы. В два паладина и без волониров. А то, что ты внимание не принимаешь, что тут, блядь, Т5, нахуй, люди, нахуй. Въебанные хилы, блядь, в Т5, блядь. Один, блядь, четырех куска. И чё, нахуй? Без волониров? Без волониров, нахуй. А когда ты приходил, сюда с волонирами, блядь, и без Т5, нахуй. Тоже были люди, ты в Т5. Всё, не пизди, нахуй, сука, мут ебу, нахуй. Слава, слышишь, уговорил Валадир имба. Хорош, нахуй. Работает, блядь. Сука, мордаунт, нахуй. Сука, мордаунт. Деда моча. Все, я довольная, пиздец, нахуй. Валадир моча, Валадир не будет мочами. Только тихо, нахуй. Че, слепца и башим? И че, и чилим, да? Нехай 10 минут. Не, подожди, а че, мы гидроса не забьем, нахуй? Уже завтра будем добивать. Сейчас слепца убиваем. И... Так, что там записать, нахуй? Что там? Кто четвертый кусок? Ну, Пасифей четвертый. А Заломаныч один, да? Да, да, да. Вот сейчас если руки заберу, выпаду, то второй заберу. А у Пасифея они открытые или нет? Ну, у Пасифея два куска открытых. И вот четыре воронки можешь ей дать. И она будет открывать, да? Пасифея, ну, ты да. Две воронки. Нет, две воронки. Ты две воронки сама найдешь? И второй, кто утонул? Этот. Заломаныч. Я первый кусок утонул. Первый кусок, нихуя, да. Ебать. Это исторический момент, нахуй. Надо в историю гильдии записать, нахуй. Согласен. Заломаныч, наконец-то кусок Т5. Наконец-то, да. На ныл получается, видишь? Лен. А надо, да, всю комнату тут чистить. Да, он там просто сегодня сидел весь день с черпаком в праше. Ну, вашу. И токен, и сектант. Нормально. Усиливаемся. Что там? Где замена? Неаполитан. Так, Друид инвалид сюда. Не, Тёма, у меня 5 воронок своих на Т5, а остальные воронки я с этого, с ГБ нахуй буду брать. Я не настолько богатый, нахуй. Ну, 8, да, мы бьем сейчас слепца, блядь, в чем проблема? Ч
чего? Ты поставил лут там групповой? Да, да. Вот эту комнату надо чистить, вон тех печей всех. Есть там кто замена еще? Через 7. Ты уйти хочешь? Ну иди. Давай вон возьмем друида, блять, в 3 друида поебашим. Конечно, лут не обещаю, блять, друид тебе. Да у тебя и приора нету. Ну иди, стелси, хули. Олег, заходи, ты здесь. Епашку, да, закинь. Я закину стелси. Там Олег сидел на замене. На замене? На замене. Так, ну вот стелси ушла, один слот есть. Сейчас за ДЦ зайду, нахуй. Так заходить или нет? Не, не, мы не сумеем. Кто заходит? Этот. Заходи. Аек. Это, лететь надо, лока нету, нахуй. У нас, блядь, вымерли, блядь, этот класс, нахуй. ШП, локи, нахуй, это все моча, нахуй. Маги тоже, нахуй. Ничего, блядь, попадает еще вся хуйня, нахуй. Лёха, ты в одного мага тарелки кидай, в другого. Так, ну зайдёшь... А цунами кто-то забирает? Кого? Талисман цунами. Это как ОДшная триня? Да. Да. Я забираю. Кто это? Это Ретрик. А, ну... Всё, осталось, чтобы выпали перчат, и всё. Не, ну будет кайфово, если эти два куска, блин. Ты можешь играть 2-5? Нет. Не, вообще можно попробовать, но там типа разница в DPS не поменяется, даже такая же. Ты попробуй, блядь, все равно интересно. Попробуй, да. ХП может больше будет. ХП можно, ХП может вообще быть. Но камнепад не скоро появится. Так там весь прикол не в землетрясении, там весь прикол, блядь, в этих стаках шипов. Там... А я думал, колотряс там. Не, ну колотряс тоже прикольная тема. Там прикол, то, что ты стакаешь эти шипы и разряжаешь эти шипы. Вот шипы там ебанутая тема. Чисто демона на шипы. Ну что там, Аек заходит? Ну все, мне для бис нон-сета остался только щит, нахуй, ебаный. Я, кстати, с этого, с Наригорна выбил. Нарти, ты летишь в рейд. В инст, надо самому лететь. Опять, нахуй, мне... А как он пройдет там мобы, да? Мне вдох упал, блядь, ебаный. Как через этого, через волноступ? Как через волноступ он пройдет? Ну так мы с того... А чё, если мы вот тут вот нахуй коридор причистим? Ну мы можем прохуярить коридор просто. Давайте. Ну можно, пока все равно не... Нахуй он будет круг давать. Я так обрадовался, что стать захотел, пойду под суще приду. Надо у него забрать чё нахуй, а то он... Блять, это дубило, короче, нахуй. Кто там с вечернего есть кто-то в DC? Да, что случилось? Это кто? Это Грут. Груд. Там подсуети, короче, Казика, Чумовую или кого-то, кто там с консула, чтобы начали сбор ЦЛК 25 гер. А чё, Олег не полетит нам? Чё, глянем, чё тут есть. Слепца, напиши им, скажи, чтобы начали сбор, и потом босса мы сейчас одно добьем и присоединимся. Больше хиль, холи дринка, спасаю его. Как? Типа в него не так сильно заливают инера, как в тебя. За один пул там, ну максимум 2 инера вливают. Вот просто Мэтт Фокс нахуй хуярит, ой, просто Бидон нахуй, он хуярит, блять, ПКД эту ебаную душу. Она выходит в оверхил нахуй, просто разок надо эффективное и избыточное сравнить у него нахуй. Он избыточного нахуй, 67% сюда, нахуй. Сюда. На эффективного сколько, сейчас скажу нахуй. 600 тысяч. Что вы делаете? А, нет, это 6 лямов. А ты кого хилил? Это кто? А, это вот мы... Ну, допустим, вот каратреса били, вот представь, 6 лямов он эффективного дал. А избыточного сейчас скажу, нахуй. Просто вдумайся в цифру. 13 лямов, нахуй. Лямов, с половиной, нахуй. 13 с половиной. Не, это еще. Это, тихо, это вот не тот босс, на котором надо смотреть. Это действительно, босс требует очень большой подстраховки в плане. Вот лучше, блядь, пускай лучше на нем он проседает.
Ну, карась, ладно. Ну, хорошо, ну, соляры. На соляре в него, блядь, за пул вливают... На соляре, 4... вот как раз вот на соляре 4... у тебя там оверхил, блядь. 4 инера минимум в него вливают, блядь. Не, ну... Интересный момент, Знаешь, что делаю на соляре? Я просто стою и просто тыкаю две кнопочки. Ну, Фокс, тут... Итог и исполни. Ну, и на флешку подхиливаю, все. О, видите, у меня сейчас 2 миллиона только. Соляра там точно надо хилить, нахуй. Да. Лужа, она хорошо, когда... Ну, она, блядь, играет раз из тысячи один раз, нахуй, она спасет. А так она в оверхил фул уходит. То есть нет надобности в нее хуярить. Ее можно простаивать, можно экономить ману. Надо бидону только это понять, какие моменты можно ее не ставить. Что стопудово никто не упадет. А вот именно момент, когда вот этот АОЕшка по всему рейду, тогда ее можно, да, поставить. Если попадать в этот каст. Рыбу ставь, хаву. Рыбу поставил, хавайте быстро. Поставил. Хавайте быстро. Ебать ты поставил. Единоличник, блядь. Типа что, а попущенцы там, да, сидят, блядь, или что на той рыбе, блядь? По токенам скажите, кто что забирает тут. Я перчатки забираю. Заломаныч перчатки забирает Мэтфок. А ДКшный яху, кто там? Ну там вроде в Рей хотел. В Рей, да. Полумаг, полудеца, который человек у нас. Полурак, полухуй. Это, внимание, хэпала нету. Рейстабаф обновите. Каску. Вообще ни на ком каски нету. Так Дартис, что ты... разбафай каски. Ты, бидон, меньше лужей занимайся. Больше занимайся хилом танков. Вот. То есть малой волной играй там на экономии. Друиды бойным ростом и ДЦшник защитуют эту хуйню. Чё там? Да сейчас старте с касками разберет. ОДК и по шаманам. Все. Давай, чё. Сейчас. По магам каску. А, есть, горят. Есть, есть. Я ничего сало какое-то даю в Еркете. Вихрь. Плохая пицца. Гера, да? Да, уебищная. Ну, уебищная, ты сам что-то говорил, так Геру нажал. Гера на демоне, нахуй. Пошел ты в баню, понял? Ну, на ласфазе или на демоне, да, всегда давали. Мы... Ладно. Я видос найду, где он на пуле говорил, жмите Геру, блядь. Тебя наебали. Ну вот сейчас типа тормозим, видишь, кончился вихрь, никто не... Не проебите себя, хилэр, дружники. Вист, блядь. Херу срез. Фея, отойди. Аек, отойди. Лучше по Аеку. Отойди, блядь. Трейды. Дартис по Аеку, блядь, спасение. Он, блядь, за мной бежит. Да и хуй на него пускай бежит. Ну, бровисты хильте нормально. Демонов своих убиваем. Там все знают. Друид инвалид. Бей его, бей. Демон. Пизди, ломай ему ебало, я полтащу. Бей. Угу. Бей, красавчик. Угу. Да. Вертушка, 10 секунд, готовимся. 5 секунд. Рейндж соблюдаем, босс.
дубовку отдаем. Дубовку, блять, на арте нахуй. Демон, блядь. Юля, отойди. Блять, опять бета разъебали, ебаный в рот, блядь. Его не хилят. Я знаю. Так, сейчас будет разделение, пока так, не дамажим. Я старфул прожал. Ничего, бывает. Пока не дамажим, даем время танкам. Аккуратно. Слепца бьем. От демона немножко отводим. Вихрь секунду. Дартес, поставь первую ауру. Незыбка рановато, конечно. Но еще даже что-то не крутится. Вообще зря незыбка. Просто мимо. Надо вот он как начал крутиться, как дотку повешал на людей. Вот. Давай. Тут... Блять, а что там, демона не заберут? Да, дай масса Крулингра. Нет. Танчи, о, дайте деф какой-нибудь. Вадикону киньте что-нибудь. Все, умер, можно не кидать. Захилим, захилим хантов, алло, блядь. Все, так добьем. Ломай его полностью. Ты сможешь. Мертушка. Там отойди, щиток, да, и гильна. И еще, когда он сейчас умрет, надо хилить еще рейд, потому что он, ну, дотка убьет. Еще хилим. Хилим еще. О, ебать, второй кусок сюда нахуй. На нео. На нео. Че ты отдашь ему вот? Да. На нео, на нео. ДК? А ДКшник кто берет? ГЦ в рей. В рею? Еврей? Да. Ну как? Еврей, да. Да ну нахуй. Че уже, да, блять, да. Настолько уже все хуево, что бичи стали забирать опять? Нахуя, блядь, ты чё, нахуй, какие бичи? Не, ты не бич, ты не бич, да. Вон там, блядь, маг, нахуй. Я его всегда твинком считал, поэтому, блядь, для меня это пиздец. Вот эти, 23 и 19. Запа, ну? Ничего, ничего, нахуй, я под спру там был, блядь. Если бы я вообще дамажил, я бы тебя разъебал, блядь. Просто, блядь, в пол, нахуй. Ну, чилил бы, нахуй. Сказки, блядь, перед сном. Весь рейд передамажил. Да, буду первым, ёбан. Так, а чё? Мне, слышишь, мне дед рассказывал, что у меня это навали в игре. Так, чё, епэшку давай. Одно в рею, одно за Ломанычу. Сейчас. Епэшку. Ну дай, 250 накинь. Сейчас я запишу, можно пойти, пока... можно пойти бутылку откупоривать, нахуй. Ломанович, ну, ничего, он откроет? А я давал кому-то воронки? Ну, эти... Нет. Перчи. Слышь, Диман, ты так присаживайся, нахуй, откупорив. Я тебя понял, нахуй. Кашная, врей, перчи, первый кусок. Да, ему пока что можно воронки, естественно, не давать. Пасифей надо отдать. 4 куска. И да, надо. Ну, если вы мне сейчас одну воронку дадите, то я два куска открою. Там, по-моему, ее нету, Димасик. Нема, да? Там 4 воронки чисто под Лингрена лежат. А, ну, тогда... А я отдавал? Месяц. А я отдавал, вы, блядь? Давайте. Я отдавал воронки кому-то? У меня 8 лежит, нахуй. Вот, ну, 8, из них 4 это Лингрену, и 4 вот ты можешь Пасифея закинуть, откроет. Пасифея, ты где? Я ей не давал еще ничего. Все, всем поки, давай. Давай, костюмочки. Все, Димасик, ГЦ. Все, я Пасифея дал. Ну, там, спасибо. Это... Спасибо. У тебя есть две, да, открыть сегодня? Спасибо. Или нету? Спасибо. Ты кому говоришь? Есть. Все, ладно, тогда. Ну, откроешь там. Ну, не знаю, я не буду пока открывать, пускай. Смысла нет, типа, на эти два куска. Пускай лежит. У меня 5 штук есть, там потом открою. Ну, посоли пока, я все равно никуда. Да, да.